Это история про девочку Риту, которая очень любила танцы. Ты сдурел? Не люблю я танцы. Это папа меня сюда записал. И если я закончу этот курс с отличием, то мне от папы светит айфон. За что я люблю этого преподавателя? За то, что он бездельник, как и я. Нет, мы, конечно, танцуем, но без напряга. Короче, это история про то, как мой батя проспорил мне айфон. Наш занудный админ, собственно, персон. Дети, поприветствуйте Нину Алимовну. Здравствуйте, Нина Алимовна. Артём, вы уволены. Что? Что? Вас заменит Артур Артурович. Дети. Пошлите куда подальше эту Нину Алимовну. Да пошлите куда подальше, Нина Алимовна. Все, теперь я тут главный. Проваливайте. Шель. У вас тут грязно. Где испачкана? Это, наверное, яичница. Да нет. Дело в том, что Артём и Нина недавно расстались. Эх, Артём Артёмыч. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Прощай, мой айфон. Лучше не трогать, Рик. Эх, как же я устала. Он что, нас к чемпионату готовит? И я о том же. Тиран проклятый. Усатый деспот. Что с ним будет? Есть одна идея. У Гоши нога в туалете застряла. Как так у Гоши нога застряла? Это его проблема. А тебе за опоздание штраф. Так если вы его не спасете, вас уволят. С чего это? Так педагогические обязанности и все такое.
Вот она. А кто такой Гоша? Так, откройте! Откройте, я сказал! Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Последствия, wie ist das? Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Эх, мы его только разозлили. Узурпатор. И не говори, узурратор. На силы мы ответим силой. Итак. Приму только капитуляцию. Дело в том, что мой папа обещал мне купить айфон, если я буду хорошо учиться. Плевать! Зачем вы нас мучаете? Власть у меня. Что хочу, то и делаю. Чего? Вам что, нравится нас мучить? Мне нравится власть. Продашь айфон, деньги поровну. Так это же взятка. Лучше синица в рукаве, чем журавль в небе. Дело в том, что это признание с повинной. И я это все написала на диктофон. И как всегда, Рита победила, а Артура Артуровича выгнали с позором. И к нам вернулся Артем Артемович.